Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои друзья, с вами ваша Елена, рада вас приветствовать на моем канале. Милые девочки, сегодня у меня для вас интересная масочка для увядающей кожи. Такая маска хорошо увлажняет и питает кожу, что в нашем возрасте, возрасте плюс, нам так необходимо. Маска состоит из трех ингредиентов. Нам понадобится 1 чайная ложка густой сметаны, жирной сметаны. У меня 20% жирности сметана. Также нам потребуется 1 чайная ложка геля алоэ вера и витамин аевит. Можно взять витамин по отдельности, витамин А и витамин Е, и добавить в нашу маску. Мне понадобится 5 капель витамина аевит. Итак, я в мисочку уже положила 1 чайную ложку сметанки. И сюда же добавляю 1 чайную ложку геля алоэ вера и 5 капель витамина аевит. Сейчас добавим. И все хорошенько перемешиваем при помощи кисточки до однородного состояния. Так, масочку я перемешала. Маску наносим на очищенную кожу лица, шеи и зон декольте по массажным линиям. Также эту маску можно наносить в область под глаза. Маска хорошо увлажняет, питает кожу, делает ее более эластичной и упругой, разглаживает морщины. А также она прекрасно восстановит вашу кожу и вернет ей сияние и свежесть. Отлично подойдет после пребывания на солнце, снимает солнечные ожоги. Натуральные компоненты активно борются с обезвоживанием кожи и серым цветом лица, придадут здоровый и ухоженный вид. Эта маска не только подходит для увядающей кожи, но а также и для молодой, жирной и проблемной кожи. Входящий в состав маски гель алоэ вера хорошо насыщает кожу кислородом, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, улучшает регенерацию поврежденных клеток кожи, способствует повышению синтеза коллагена и эластина. Маску выдерживаем в течение 20 минут и смываем теплой водой. Наносим маску на шейку и на зону декольте. Девочки, также масочку можно нанести на наши ручки. Маска осталась, можно нанести. Девочки, выдерживаем масочку 20 минут, смываем теплой водой и наносим ваш любимый уходовый крем. Такая маска делается курсами в течение 5-6 недель. После чего можете сделать небольшой перерыв, и далее уже по необходимости один раз в неделю будет достаточно, чтобы увлажнить, напитать вашу кожу, разгладить мелкие морщинки. Девочки, прошло 20 минут, я смыла масочку и нанесла на лицо уходовый крем. Кстати, девочки, умываться можно при помощи мусса или пенки для умывания лица. Такая маска мне очень нравится. Лицо значительно увлажняется после такой процедуры, питается, увлажняется. Замечательная, просто замечательная маска. И, кстати, девочки, она очень хорошо, такая масочка, для шеи и для зон декольте. Очень просто хорошо. Ну что, мои хорошие, на сегодня я буду с вами прощаться. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, не скупитесь. Пишите ваши отзывы в комментарии и пожелания. Не забывайте заходить на мой канал Яндекс.Дзен. Буду всем очень рада и признательна. Ну а также приглашаю вас на мой канал «Дальние Восточки на юге» и «Домашняя кухня СССР». Я вас люблю. Всем пока-пока. Завтра вновь увидимся. Удачи вам.